Сегодня на базе ОМОН-Тувы прошло мероприятие, приуроченное ко дню войск Национальной гвардии. Кроме того, служить во благо страны и защищать свой народ обещали в ходе торжественного мероприятия учащиеся 8-й школы Кызыла. В глазах ребят видна неподдельная гордость, потому что они сегодня стали ОМОНовцами. С нами в строю стоят учащиеся 8-й школы города Кызыла. В целях патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня организована встреча со школьниками ко дню образования Тувинского ОМОНа. Следующий этап одного дня в составе подразделения ОМОН в жизни ребят ознаменовался знакомством с бельгийской овчаркой – Пумой. А после знакомства с кинологической службой структуры подростки приступили к физической подготовке. Школьникам сегодня предстоит изрядно попотеть, чтобы быть наравне с росгвардейцами. Я. Далее школьники попробуют свои навыки на стрельбище. Отметим, что акция «Один день в составе ОМОН» приурочена к 3-летней годовщине образования войск Национальной гвардии. А пока подростки были заняты физической подготовкой, на базе структуры прошла пресс-конференция. На встрече с региональными журналистами временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Туве Вадим Бондарев рассказал о задачах и итогах минувшего года. В завершении мероприятия Вадим Бондарев выразил благодарность журналистам за тесное сотрудничество и вручил благодарственные письма и подарки.